А попробуйте нежный новогодний салат с кальмарами. Очень красивый, легкий, простой в приготовлении и сытный. Размороженные и почищенные тушки кальмаров кладем в кипящую подсоленную воду на 1 минуту. Снимаем с плиты и промываем холодной водой. Пусть остывают. Свежие огурчики нарезаем тоненькой соломкой. В салате они будут очень красиво смотреться. Огурчики готовы. Теперь один спелый авокадо надо почистить и порезать. Примерно вот так. Возьмите один стебель сельдерея и порежьте его перьями. Сельдерей придаст сочности нашему салату. Зеленый лук скручиваем и нарезаем тоненькими перьями. Вот такая должна получиться красота. Добавляем лук к салату. Ну и теперь царь этого блюда – кальмары. Кальмаров нарезаем красиво кольцами. Вот так. И добавляем их к салату. Заправка может быть любая, но я предпочел майонез. Немного посолите на ваш вкус. И, конечно же, посыпьте черным перцем. Теперь салатик можно перемешать. Ну и, конечно, с кальмарами дружатся вареные яйца. Яйца крошим и укладываем сверху салата. Но я еще на свой вкус немного посолю. И даже чуть-чуть поперчу. Аккуратно перемешиваем салат и выкладываем в порционную тарелку. Продегустирую? Конечно! Ой, феерический салат! Это просто песня! Не, ну а чё, вкусно же!